так вкусняшечки хочешь, да? Хочешь? Куколка маленькая, да? Хочется, скажи, вкусняшечек, но так хочется. На, кусай. Печенюшечек. Ну, кусай. А туда нельзя смотреть. Жуй, попадаешься. Сидит лапа на. Такая. На. Кто на. Там так красиво на, сидит? На печеньку. На печеньку. Собачка, все уже, ушла собачка. На печеньку. На, ушла собачка, на печеньку. Хочешь печеньку? Что, и печеньку не будешь? Да ладно, ну все тогда. Пойдем дальше? Ну, пойдем, Джуля, гулять, пойдем. Пойдем, мой хороший. Защитники, они тоже боятся, да? И кошки, и собаки боятся. Так Джиджи боится в ваш подъезд заходить, подниматься по лестнице. Охранник. Хотя он на любые этажи, в любые подъезды всегда заходит. Представляешь, а охранник. Ну, у нас же, я же рассказывала, у Патрика аж лапы задние, ну, как это, парализовало, как будто его кто-то пинком... С чистой стороны? Пинком. Или куда-то? Там просто кто-то лает, или орёт, не понимаю. Ну, пошлите туда. Красиво. Пойдём, там нет никого. Решили пойти в парк. В жаркий день самое то. Очень красивый водоем у нас. И красивые деревья. Птицы поют. Солнышко светит. Очень хорошо. Привозили этих даже водолазов, вытаскивали. Вот они, все. А здесь это такая на гусеничном ходу. Я все удивляюсь, что за машина. Она на гусеничном ходу и опускается потом как-то там. В этом году он будет, а? Ее видел. В том году. В том году, да, я тебе говорю, в этом году ничего не чистил никто. И плюс и в том году все-таки почистил. Был... И все равно в том году был фонтан этот. И он худо-бедно хоть какое-то вращение воды имеется. А сейчас смотри, сейчас даже уток нету. Я выходила. Пати. Сначала, что он как бы пойдет просто, ну, из-за снега, просто было большое количество льда. Патрюша попьет, Джуджулька пьет. Жарко маленькому, да? Патрик, не надо, там клещи могут быть. Двух поймал, хватит. Патрюшка дышит тяжело. Несу его на руках и снимаю. И он так дышит, как паровоз. Лапочки устали, он маленький. Такая красивая клумба. Очень оригинально сделана. Яркая такая. В этом парке хорошо в любое время года. И осенью, и зимой, и весной. Ну и летом, конечно. Сороки кричат. Дремлют утки. Селезни, что ли? Я отсюда не вижу. Там нету. Ты 4 видишь, я 3 только насчитала. А где 4? Голубое сообщество. Где ты 4 насчитала? Вон плавает. Где? Левее. Левее, это не правее ты берешь, левее. А. Сено-солома. Сено-солома, нифига не вижу. Ну пойдем акт вандализма сделаем. Безобразники. Они уже ожили сразу. Безобразники. Джиджуля,
Дремали. Довольный. Дремали же. Довольный. А ты охотник. Тебя охотничий инстинкт, да? Молодец, Жижуль. Печенину выдать срочно. Премировать. Премировать не надо? Жижик, они опять возвращаются. И расписаться. Додремывать пришел. Скажи, а что они сохли просто так, да? Весла сушили. Утки должны плавать. Вон мамочка с утятками с маленькими плывет. А говорят, уток нет. Вот есть утки, а малыши. Ой, какая ты! Жижуля, зайчик маленький. А Патрик сразу насторожился. Жижуля, где Патрик? Ну как тебе Патрик? Где Патрик? Где Патрик? Где Патрик? Где Патрик? Где Патрик? Кто Патрик? Кто Патрик? Вон Патрик. Я не Патрик. Вон собачка Патрик. Этот уши прижал. Все. Эти мы сладкие. Всех пока. Видели розовый каштан? Цветы каштана. Четко розовые цветы. Надо же. Красиво так. Это спортивный комплекс. Громадный плавательный бассейн там. Хвосты отлетают, как эти вентиляторы. Возьми его на руки. Ну иди ко мне на ручки, иди, иди, иди. Патрик, забу дыхание сперло, да? Так, со мной не дружим. Патрик, ты со мной не дружишь, да? Патрика отстригли. Со мной не дружит. Не знаю, надолго или нет. Но не дружит. День сегодня такой хороший, красивый. Стрижем Патрика у одного и того же грумера. И с каждым годом все хуже и хуже он туда, как это, хочет приходить без особого восторга. С утра настроение портится. Вроде бы наоборот должен за 9 лет жизни привыкнуть, что его стригут. А он все больше и больше расстраивается. Уже с утра настроение портится у него. Знает, что сейчас повезут на стрижку. Вот едем уже домой. И он счастливый. На улице жарко, а в автобусе прохладно. Народу не очень много, потому что такое время сейчас, что люди еще на работе. И как-то хорошо ехать без маски. Отменили ее, ну не знаю. Как-то вот непривычно, так и хочется маску надеть.
приучили нас. Кто что говорит, кто говорит, она помогает, кто говорит, не помогает. Но уж руки приучили мы, наверное, всех. Все зеленое, красивое. Хочется дождя, потому что так вот получается, когда жарко, то хочется дождя, а когда дожди, хочется лета. Но вот сейчас уже 30 градусов, как-то организм устал. Не привыкли мы к такому жаркому лету. Женщина впереди нас обмахивается веером. Ну, наверное, помогает все-таки. Я тоже с собой веер обычно беру. А как вы переносите жару? С трудом или вам нравится такое лето? Все-таки чрезмерная жара утомляет, правда? Патрюша, покажись во всей красе. Чего ты со мной не разговариваешь? Патрюша, ты ж красивый мальчик, да? Ну-ка, скорее покажись. Ну-ка, покажись. Так, обида. Кто такой красивый мальчик? Кто красивый мальчик? Патрюшенька, котечка. И кто на меня лает? Кто на меня лает? А? Ты за что на меня лаешь? Патрюша, это что за дела за такие? Ты зачем на меня лаешь? Объясни. Кто сейчас меня обгавкал? А? Чего? Против меня дружите с папой, да? Дружите против меня? А? Иди помогай ему тогда посуду мыть. Да. Если ты такой. Кто там лает на меня? Скажи, Павлик, а почему ты должен твою посуду мыть? Вот так вот, выслушал и ушел. Весь такой же точно, как муж. Тот тоже выслушает, развернулся и пошел. И все. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, если поставили лайки. Подписывайтесь. Будем вместе обсуждать, как вы живете. Может быть, у вас есть сад, цветы. Пишите, рассказывайте. А может быть, есть домашние животные, собачка или кошечка. Как их имена? Мне это все интересно. Интересно, кто смотрит меня, из какого города. Хорошего вам приятного лета, хорошего настроения, здоровья. Сейчас уже отменили масочный режим, но все равно надо быть аккуратным. Любви, счастья, приятных летних денечков. Ну и всем пока!